Рубрики «Открытие мира». Человек давно искал удобный источник тепла, света и топлива. В России, где большую часть года темнеет рано, еще в 18 веке начали производить горючую жидкость для ламп. Это был керосин. Уже очень скоро его стали использовать во всем мире. Второй раз керосин послужил прогрессу в середине 20-го столетия. Когда люди захотели летать, выяснилось, что для самолетов нет горючего лучше. Так керосин вначале вывел человечество из сумрака, а позже помог подняться в небо. Трансаэро. Открывайте мир вместе с нами.